Расскажи, во-первых, как ты оказался в Сочи на хоккее и что ты тут, какие-то планы? Вообще, я приехал на форум на молодежный, который называется «Олимпийское завтра России». И вот именно на форуме вчера мероприятия были по плаванию. Вот, а сегодня предоставили билет, чтобы я сходил, посмотрел и поболел за наших. Надеюсь, они выиграют. Что нравится больше всего в хоккее? И что скажешь об Алексее Морозове, которого проводили сегодня с большого спорта? Очень жаль, конечно. Хотелось бы, чтобы он все-таки сыграл. Хоть, я не знаю, один тайм, наверное. Вот. Ну, то, что проводили, конечно, еще раз скажу, жалко, что такой игрок, да. Но, наверное, уже все-таки и возраст, и пришло то время. А вообще, конечно, здесь супер. И еще с Олимпиадой, как бы мне это запомнилось все. И большой, это очень классный стадион. Я надеюсь, что наши ребята сегодня покажут свое мастерство. Два последних вопроса. Во-первых, чего нам ждать на чемпионате мира в Казани в 2015 году? Будете ли вы как-то участвовать в организации? Чем-то еще. Да, я посол чемпионата мира в Казани в 2015 году, который будет проходить в конце июля, в начале августа. Но будем надеяться на медали. За ребят могу честно сказать, вот, откровенно, наверное, правда, что они поборются за золото. А вот с девочками немножко, конечно, есть проблемка, но я думаю, еще есть полгода, которые можно... я думаю, Олег Алексеевич Зайцев все-таки придумает и новую пару. И новый микс, как вы знаете, да, сейчас ввели. Да. Вот, конечно, да. Сложности есть, да. Ну, будут, наверное, тоже бороться за медаль. Трудно будет, но что делать? Последний вопрос такой. Есть ли какая-то тема, которую нужно привлечь в общественное внимание, резонанс, чтобы помочь в ваших делах? Например, достроили ли в Воронеже вот этот объект, который вы давно строили? Нет. Есть ли там каких-то... Вы знаете, у нас Миллер в этом году заложил камень 50-метрового бассейна, в котором будут вышки. Это, конечно, хорошо, но я-то совершенно был по другой программе. Вот. Ну, по моей программе пока не получается. Я надеюсь, что, как сказал министр спорта, тебе надо пересмотреть проект, сделать немножко все-таки, уменьшить цену, потому что, на самом деле, мне очень дорогой объект обходится как бы, для России. Тем более, сейчас такое время, в 2015 году заканчивается программа, но я надеюсь, что все-таки мы в 2015 году сделаем новый проект и вступим опять в новую программу с 2016 по 2020 год. Спасибо большое.